Да, мы меняли в этом году бревно, он видно, сверху жердь еще сделали, сгнило, много лет уже было там. Все, заходите прямо там, там у нас маленькая собачка на цепи сидит. Он сладкий. Ну да, я знаю. Само три и владыки. А владыки там два, потому что у него гостей больше бывает. О. Хорошо, да. Надо сейчас этот пакет. Это корень соловки. Маленькими частичками резать, заваривать. Ничего нету. Ну, понял. Никакой инструкции до пони не защиты. Но вечером особо. Ну, возьмите, отломите, пожуйте. В шесть раз слаще сахара. Вот чудо какое. Просто возьмите, пожуйте. Зайдете, посмотрите. Так, Сергей, возьми у них в руки, ему неудобно нести. Держи. Значит, вам по одной, всем владыке два. Я понял. Я вам почву и подержу. Эти дома куплены и подарены. Это Володя, а второй Никите. И еще три дома приобрели. И поэтому вот это Володин кабинет. А куплены у кого? А? А у кого куплены такой? Те, которые уехали. Тут моя сестра жила. У нее дети все в университет поступили в Томске-то, но они подались туда. Вот это у нас столовая. Зайдите сюда. Посмотрите на стены. Какая красота. Что, отец? Глаза разбегутся. Ну, а молимся в том направлении, там распятие иконы. Вон там, вон. Угу. Пожалуйста. Хотели такие надписи иметь? А куда мы их положили? А куда? А, воскресная школа, может быть. А хоть куда такие надписи? Вы, батюшка передал, хотели бы знать, как вот собирается, как общину образовать. Это вопрос чрезвычайной трудности. Вы одно запомните. В патриархии идет огромный-огромный обман по созданию миссионерских обществ. Их нельзя создать. Отдел. Не, можно создать благовестнический, там, ну, какой-то певческий, миссионерский нельзя создать. Они даже этого не знают. И это создает Бог. И только два. Больше нету. Подвое апостолов послал. 70 подвое. Че, слепые не видите? Кирилл, не пойдет, не пятеро, не все. Двое. Ну и водитель третий может быть.
Почему? Это труд Духа Святого, Златоуст говорит. Я не свои слова говорю. Деяния апостола, говорит, правильнее назвать деяния Духа Святого. А миссионер, он никакой уже не такой талант, там какую-то академию, там такой митрополит, он и музыкант, и композитор. Нет. Это человек, который слышит голос Божий в Писании, не ушами слышит. Вот я первый раз читал, когда Библию дали, для меня это не буквы были, а как бы голос с неба. Как бы. То есть они мной так восприняты. Я понял, все кончилось. Новая жизнь, рождение свыше, первый пункт, и второй — водительство Духом Святым. О чем Серафим Саровский непрерывно толковал. Стяжание Духа Святого. Выше этого нет. 8-9 Римлян говорит, кто Духа Христова не имеет, тот не его. Можешь причащаться, можешь патриархом, ты не его. Ты будешь просто на посмешище мира. Поэтому миссия твоя должна заключаться в том, чтобы сродниться со Христом. Это миссия. А потом тебе Бог откроет, человеку говорить или не говорить. И ты знаете, я не знаю ничего. Вот что делаем где-то, это моего ничего нету. Это Бог сделал. Павел говорит, я потрудился больше всех, впрочем, не я, но благодать Божия. Меня когда арестовали, то мне сказали, по санкции МГБ, Московской КГБ, мы, говорит, все в Москве считали, что трудится несколько отделов. Оказался один человек. Как это может быть? Бог. Идемте дальше. Там отдельные морозильные камеры, все, эти какие аппараты. Вот мне надо было купить вот такие, сразу дома. Денег нет. Я в интернете только сказал, мне в тот же день прислали деньги из Испании. Люди, с которыми не встречался. Мы все это засняли в магазине и отправили. Теперь нужны холодильные установки. Денег нет. Я в интернете только напомнил, к утру из Италии прислали люди. И нынче один из них приехал, принял крещение. Теперь смотрите, где спальня. Так, открой. Посмотрите, как устроено. Посмотрите, 12 человек. Это женский отдел. Все открыто, шторки закрыты. Нынче приезжал уголовный розыск туда, сюда никто даже не просил. Нет. Это гости приехали. И, как правило, родители с детьми вместе. Из Канады четверо было. Понимаете, человеку это нельзя сделать. Никто их не искал из Канады. Они нашли нас. Ему надо воспитать детей. Я говорю, прошел все детские лагеря, нигде такого не видел, как у вас. А нынче уже мать прилетела с тремя детьми. В прошлом один был. Надо довериться Богу. Вот, пожалуйста. Которые малыши здесь, чтобы не упали. Ну, приехал у меня Михаил Кальмаев. Тот город Темиртау такой. И вот он все это здесь был, все сделал. Все проще, ни шагу. Ступил, поднялся. А дальше там отделы, и баня, и все-все есть. И колодец. Мы только почистили, осветили опять его. Свой колодец, сосуд. Вот посмотри. Это русская печь. Да. Это я делал, когда хозяева жили здесь. Володя печет хлеб. Володя, покажи хоть одну булку. Я не... да? Вот она. Вот. Посмотрите. Мы на память можем дать вам. Дайте. Знаете, что если не трудно будет, и владыке подарите, дайте ему, как приятно будет, хлеб и соль. У меня только вообще тесто не поднялось до конца. Вас двое? Так, еще мы найдем. Мешочек. Володя пишет сам. А муку мне спонсоры помогли достать, привезли. Это Бог делает так. И ваш вопрос правильный. Надо образовывать общину. Община — это все. Почему, когда Ленин умирал, он наказал только сохраните партию. Он понимал, это община, ну, в другом варианте. Володя вот пришел, здесь у него где эти, вон они лежат, формы, дров наготовили, посмотрите сколько. Дети пилят, работают, потом вот эти пальцы сделали особый труд, где дети мотоходы, там не хотят еще новый труд. Они там не утонут, как в Самозере, там 14 детей. Придет время, люди будут это вспоминать. Мы говорим, надо научиться в бедности жить красиво и интересно, прославляя Бога. Вот видите, как, который маленький, что там загорожено, дверка поставит, залезли туда, закрыл все, а там печку накопишь, там тепло прогревается. Скажите,
Скажите, это продукт Пащенко Володи. Он старался. Сделайте, как я сказал. Владыки не забудьте подарить. Пойдемте. Ну, ты пойдешь вместе с ними. Потом приходи, пойдем на озеро капкан ставить. Вторую андатру поймали сегодня. Точек наш. Андатру? Ну, бобры, бобер пока не попадали. Вот есть смотри. Собаки такие, они охотятся. Вот два холодильника, в морозильник, камеры. А вот здесь дети бегают, а тут лососята. Видите, как интересно. Да как они сюда летают? Да? Нет. Здесь? Вот четыре вкопанных. Там окошечко было выставлено. Да. Возле. А там... Представляем, куда залетаем? Кавказыш. Тявкает. А, ураган. Заводку может вот туда вот собака, заводку, а? Заводку может туда. Да можно, она чистая. Чистая. Да. Они промытые, в земле были. Чтобы не порвать только. Не забудьте, вот этих две. Да, а почему понял. Две? В Латыке много я людей понял. Бывает. Кому-то даст корешок. И скажете, это благословение прислал. Конечно, я уже не знаю. Владыка позвонил бы, сказал, я получил все. Пару слов. Мы с ним иногда перезваниваемся, но я очень осторожен. Один раз в году звонил. А уже я ресурс использовал. Ему скажите, скажи, Владыка, говорили, если все нормально. У него, кстати, можно да, он приятно мне услышать голос. Он по голосу иногда звонит. Сергея Пупкова, она чемпион России. Сейчас это он уже 9-й год ему, 9 лет. Мы с ним ездили от Владивостока до Лиссабона. Везде у нас ураган. И что интересно, хорошая собака, никаких звонений не было. Один раз объехали до Владивостока, вернулись, а я занимался собаками в уголовном роде. Приехали, он пошел на соревнования, стал чемпион Сибири. Мы вернулись из дальней поездки, он сразу же стал чемпионом России. Господь хозяин. Это меня зовут Белкин. Первая великая. А здесь вторая. Они заглубительные. Дети любят и голубей показать. Вот так. Мы сейчас пойдем провожать. Туда вместе. Так, вы еще не забыли? Еще раз проверьте. Сегодня на месте, так. Все взяли. Все, все взяли. Ну все, идемте. Я велосипед возьму. Тут видите, дерево большое. Пришел соспереть, подрыва, у него гнилье, чуть не упал. Где-то что-то не так своими руками. Деревня неуязвимая. У нас все, вода своя, туалет свой, пища своя. Это время, видишь, сколько там? Пошел, так это он убрал малую часть еще. Ну да, он сказал малую много часть. Еще. Так у него всего гектар. Три гектара. 300. А которого вы сейчас заехали к нему, у Евгения. У него, кажется, 7600 гектаров. А на все равно 45 гектаров. Это здесь приезжие когда кто-то и фотографирует. Как качается, качели, все это своими руками нынче заменили, там подвинулся, новые балки, все это поднимать, делать, видите, как внизу, двойными сделали. Куда ни глянь, везде труд, везде благословение и радость. Так что, я Владыке говорил, если нужно отдыхать по-настоящему, приезжайте по Теряевку. Отдельная комната, вот смотри, Алексей строится, из армии пришел, из бревна. Это очень дорогое удовольствие, конечно. Окна это все такое. Да. Это его родители живут, а там Андрей. Вот он в алтаре прислужил. У нас пятеро ребятишек, нынче детей-то нет. Они в прошлом году закончили почти все с красными аттестатами. И теперь они в городе. У Игоря дочку нынче замуж выбил, мы еще одного потеряли. Ну, вышла за хорошего, он в институте работает, там, научный сотрудник, мой племянник. Вот Игорь теперь родился. В четвертом колене я посчитал, посмотрел как. Вот. А второй сын закончил тоже АГТУ, закончил, и здесь он сидел за столом, высокого роста, впереди. А меньший закончил тоже с красным 9 классов, выдали. И где-то там в городе сейчас продолжает дальше, им надо 11 классов, потом уже видно будет. Интернет работает, все, пошли.
экологически чистое, вкусное. Не то, что люди дарят обычно. И полезное, самое главное. Да, для здоровья. На мешочке написано. Посчитайте места, там, которые на пакетике, на материи написано. Нет, там. Филарета. Филарета. На белом. Да, себе их выпишите дорогой. Хорошо. Когда посчитаете, знания ваши еще выше будет. Вот посмотри, какое сюрреалистичное сооружение. Столбы упирается в железную плиту. Здесь колонки, хорьки залазили, там балерина даже сооружение. У меня 6 пород голубей в ладу, но все истребили. А здесь больше 10 лет они не могут попасть. Они залазят, упираются, а дальше нет. А вот эти подпорки, они железные. А железо ему когти-то некуда толкнуть. Вот так. Владимир. Нет, это за это. Антонину, сестру нашу привез. Антонина поехала. Ну да. Поесть, надо заехать. Это женщина наша, прихожанка, приехала там. Это большой колокол, если в случае опасности ударит, она... Теперь тут ничего нет, для меня еще бульдозер, я нанимал, 153 тысячи пришлось отдать из него. Вот за это вот почти 100 тысяч подняли, вот здесь, рыбки не были водой, подняли, песок и щебень, вот только за щебень, и они его вдавили уже, 70 тысяч почти отдать пришлось. Здесь даром ничего нет, и при том деревня в этом не участвует никогда. Вот когда вы заезжали, там щебенка, 232 тысячи отдать пришлось. 232. У меня пенсия 6523 рубля. И все начинают, где деньги берете? Бог, великий банкир. Видите как, вот еще приехали, тут мы все это подпирали. Да, вот эти корни. Работали, подпирали вот это оттуда. И солодка вот оттуда, да? Нет. Вот такие вот растения. Большая машина, 18 тонн. Вот это первый дом, который мать построил с коммуна, а потом обложил кирпичом. Этот домик приобрели. Похоже, лагерь. Мне еще было приехало одно ребенка, но НРФ называется. По себя мучиться. Мы таких не принимали. Я приехал с матерью. И мы отдельно домиком выделили все. И что интересно, он приехал за месяц ни разу под себя не принял. А что вот этот круг, который выкопали в первый год. А почему? Молитва, отношения. Когда они сейчас сделали такими друзьями, она не хотела уезжать перед ним. Я останусь здесь. Что-то останется здесь. Первое озеро, где мы купались, 2 метра глубина. Но уже в озере стали тонуть, поэтому водородный слой на озере расположен. Вон туда. А это глина. Ей все пользовались. Видите, как вот там дорога. Это мы насыпали дорогу. Вот это вот. А потом песок. Мне нужен драглайн. Драглайн — это кровать, в которой на канате бросается. Ну, заломили такую цену, за подвоз порвало 31 тысяч. И за каждый сейчас работает 20 тысяч. Ну, явно дело, что мы, Игорь, никак не знаем. А вот этот работал 21 тысячу за подвоз. Ну, и потом еще пришлось загвоз так также. И полторы тысячи за час. Полторы тысячи. И вот я с ним все время проводил. У нас еще бобры сильно повредили. 3 пруда прокопали и воду пустили. Все запечатали, мы свай, около 300 страйков сделали, не видно волны. Их смолили потом, отработали и забивали. А потом самодели все вокруг. Тут работы столько переделано, а мы всего 3 месяца только здесь. И притом работа вся не в надсаду.
Все, вот они, ребята, все здоровы. Вот приехал с Украины, по интернету находится. Ну и как там на Украине-то? Непутная сестра у нашей России, Украина. Обманутая скорее. Вот строится роман, который был, сидел с нами, вот он приехал, тоже с Украины. Уже заложил фундамент, это столбы. Какие-то поля были, все свалил. Сейчас их выравнивает, под самый корень рубит. Вот эти-то поля. Уже видите, брусья, все завез, кирпич. Просит, чтобы русскую печь помочь им делать. А как это советом помогаю? Просто я 41 тысяч не был. У меня с позвоночником это, три грыжи. Тяжести большие, когда позвоночник раздавил. А все сам делаю, сам обуваюсь, одеваюсь. Это у него машина приехала на продажу. Сколько вам в этом году? 78. Вот Роман. Вот он. Вот его машина. Это его машина. Да. Джип называется. Да. Чероки. Так, вы с ним едете? Не знаем. Да. С кем мы едем? Ну, батюшка его попросил. Батюшка его попросил. Подождите, тогда я сейчас пойду и диск привезу. Все, ребят, подождите меня там. Подождите обязательно, я сейчас перепишу. Ну вы-то идите туда к себе. Батюшки. Вы куда? А у вас же вещи там еще, у батюшки. Да, да. Ну, забирайте их. А он, наверное, подъедет. Игнатий, он сейчас подъедет, диск передаст еще. Подождите его там, у батюшки.